сказки взяла. Ветер мой колпак, я хотел. Че, Андрюха, работа идет? Все и так. Как говорится, работа не хуй стояла и стоять будет. Это ЖКХ Архангельская, братишка. Запуск очередного дома, бля. Все нормально. Тонущая подводная лодка, бля. Там полевая? Лафа. Громче ты, громче, Серега. Нужна музыка, бля. Как ее громче-то сделать? Приятного! Чё, хуячит, Андрюх? Колодцы встали. Это нормально. Сегодня в слесарке новость прикольная была. Телек мужики смотрят с утра. Президент говорил то, что на вновь появившихся территориях будет, короче, это, ну, дома такие же, как в России. Мы, пацаны простые, никуда не выезжали. Домов особо не видели, только на картинках, но знаем, какие дома находятся в Архангельске. Это деревянное домостроение, двухэтажные бараки. Мы все архангелогородцы. Безусловно, рады за вновь прибывшие территории. Вот там им, бля, понастроят, бля. Деревянных домов 12-этажных, бля. Серега! Зажигай электрод, блядь! Дом запущен, сейчас идем на чердак травить отопление. Покажем вам, что там да как. Мы находимся на чердаке, вот кровельное перекрытие, ТДТП, он маурлат идет, вот. Мы находимся на чердаке одного из домов Архангельска. Мы травили воздух, чтобы в системе отопления была циркуляция и загрели батареи.